Приветствую всех друзей на борту Академика Крохи. Рад вас здесь видеть. Тут вас ждет незабываемое приключение. Я, Академик Кроха, подготовил для вас 30 веселых и интересных вопросов, связанных с узнаваемыми логотипами. Большое спасибо за ваш интерес к прошлому выпуску. Надеюсь, вы получили от него не меньше удовольствия, чем я от его создания. Итак, поехали. Первый раунд. Проверь свое зрение. Сможешь распознать логотип за 5 секунд? GoPro. Молодец, ты его распознал. Переходим к следующему вопросу. Второй раунд. Сможешь угадать, какой логотип скрывается в этом изображении? Huawei. Отлично, ты справился. Хорошо, поехали дальше. Третий раунд. Посмотри внимательно и ответь, какой логотип замаскирован на этом изображении. Kia. Правильно, ты догадался. Едем дальше. Четвертый раунд. Разглядишь ли ты известный бренд, спрятанный в этой картинке? Инстаграм. Умница, ты понял. Идем дальше. Пятый раунд. Твоему глазу по силам найти скрытый логотип на этом фото? AMD. Великолепно, ты ответил верно. Продолжим. Шестой раунд. Проверь свою наблюдательность, угадай, какой логотип скрывается в этом изображении. Subaru. Замечательно, ты ответил верно. Идем дальше. Седьмой раунд. Хватит ли тебе 5 секунд, чтобы узнать, какой логотип изображен здесь? Acer. Замечательно, ты угадал. Следующий вопрос. Восьмой раунд. Узнаешь ли ты известный бренд, если увидишь его логотип на этой картинке? NBC. Отлично, ты разгадал. Продвигаемся дальше. Девятый раунд. Сможешь ли ты идентифицировать замаскированный логотип за короткое время? Dropbox. Супер, ты справился. Перейдем к следующему. Десятый раунд. Потренируй свою наблюдательность. Найди спрятанный логотип на этом изображении. Skype. Потрясающе, ты угадал. Двигаемся дальше. Одиннадцатый раунд. Проверь свою зоркость. Отгадай, какой логотип скрывается в этом фото. Hyundai. Браво, ты ответил верно. Идем к следующему. 12-й раунд. Не мог бы ты мне помочь отыскать логотип Шкода среди всех этих конфет? Логотип Шкода здесь. Прекрасно, ты справился. Продолжаем. 13-й раунд. Способен ли ты вычислить известный логотип среди деталей этого изображения? LG. Здорово, ты догадался. Переходим к следующему. 14-й раунд.
Хватит ли тебе 5 секунд, чтобы определить, какой логотип здесь замаскирован? YouTube. Замечательно, ты разгадал. Идем дальше. 15-й раунд. Сумеешь ли ты быстро распознать известный логотип, скрытый в этой картинке? Твиттер. Великолепно, ты справился. Следующий вопрос. 16-й раунд. Внимательно присмотрись, сможешь ли ты найти спрятанный логотип на этом фото? Apple. Отлично, ты угадал. Продвигаемся вперед. 17-й раунд. Решишься ли ты бросить вызов своему зрению и найти логотип, спрятанный в этом изображении? Adidas. Прекрасно, ты ответил верно. Переходим к следующему. 18-й раунд. Пожалуйста, помоги найти логотип eBay среди этого множества конфет. eBay. Здесь. Великолепно. Ты догадался. Продвигаемся вперед. 19-й раунд. Протестируй свою наблюдательность. Угадай, какой логотип замаскирован на этой картинке. Google. Потрясающе. Ты догадался. Идем дальше. 20-й раунд. Готов ли ты к визуальному испытанию? Отгадай бренд, скрытый в этом изображении. Adobe. Браво, ты разгадал. Следующий вопрос. 21-й раунд. Внимательно всмотрись, сможешь ли ты распознать известный логотип, замаскированный здесь? Facebook. Замечательно, ты справился. Продвигаемся вперед. 22-й раунд. Посмотри внимательно и ответь, какую известную торговую марку ты видишь в этом фото. PayPay. Здорово, ты угадал. Переходим к следующему. 23-й раунд. Сможешь ли ты за 5 секунд определить, какой логотип скрывается в этом изображении? Rolex. Великолепно, ты ответил верно. Продолжаем. 24-й раунд. Можешь помочь мне найти логотип NASA среди всех этих сладких штучек? Логотип NASA здесь. Отлично, ты разгадал. Переходим к следующему. 25-й раунд. Будь начеку, сумеешь ли ты найти спрятанный логотип на этой картинке? Mitsubishi. Отлично, ты понял. Идем дальше. 26-й раунд. Твое зрение в строю? Тогда найди логотип, замаскированный в этом фото. Warner Brothers. Прекрасно, ты догадался. Следующий вопрос. 27-й раунд. Готов принять вызов? Тогда скажи, какой логотип ты видишь в этом изображении? Puma. Превосходно, ты разгадал. Продвигаемся вперед. 28-й раунд. Сможешь ли ты распознать известный логотип, скрытый в этой картинке?
Snapchat. Потрясающе, ты справился. Переходим к следующему. 29-й раунд. Внимательно присмотрись, удастся ли тебе найти замаскированный логотип на этом фото? Мишлен. Браво, ты угадал. Продолжаем. 30-й раунд. Помоги, пожалуйста, разыскать логотип Asus среди этих конфет. Логотип Asus. Здесь. Ого, молодец, ты сделал это. Как тебе было наслаждаться этим видео? Расскажи мне все подробности в комментариях. Мне не терпится узнать. А пока не забудь нажать на кнопку подписаться, чтобы не пропустить наши новые захватывающие выпуски на эту тему. Буду ждать тебя с нетерпением в следующий раз, дружище. До встречи!